В комплект замка входит замок с двумя ключами. Одна ответная планка для профилей С и флет. Одна ответная планка для профиля О. Два винта для фиксации замка. Два самореза для фиксации ответной планки. Одна декоративная накладка. Один самоклеющийся уплотнитель. Выполните разметку в наполнении согласно инструкции на необходимой высоте. Просверлите отверстие необходимого диаметра. Соберите дверь. Установите замок на внешнюю дверь. Зафиксируйте замок винтами, входящими в комплект. После регулировки дверей установите ответную планку на внутренней двери. Зафиксируйте планку саморезами, входящими в комплект. Проверьте работу замка.